Экспедиция «Тайны Мангазеи-2019» завершена. Пятеро смелых на моторных лодках прошли по рекам от поселка Красноселькуб на Ямале до села Туруханск в Красноярском крае. Этот маршрут – повторение пути русских землепроходцев из Мангазеи в Новую Мангазею. Именно он в начале 17 века открыл для России Восточную Сибирь. Путешествие началось сразу после ледохода, и по высокой воде за 10 дней они преодолели более 500 километров. Сами участники называют свою идею историко-географической реконструкции с просветительской целью – рассказать о славном освоении Сибирской Арктики. Экспедицию организовали совместно с Русским географическим обществом и при поддержке «Газпром Добыча Ямбург». Но на этом проект, скорее всего, не закончится. Когда мы подходили к Енисею и увидели за ним огромную белую гору, которая, как мы предполагаем, какое-то начало пути к Путорана, у меня появилась новая идея. Ну и даже если будет не эта идея, а какая-нибудь другая, то путешествие продолжится.